Уже темная июльская ночь царила во дворах города. Остывающий асфальт после знойного дня не давал охладиться и так душному до сих пор воздуху. В стареньких сереньких многоэтажках и тут и там на разных этажах были открыты окна настежь. В паре окон горел свет, несмотря на глубокую ночь понедельника. Еще или уже кто-то не спал в 3 часа ночи. Может, жильцы за этими окнами веселились и радовались, а может, не могли уснуть под тяжестью дум о невзгодах или скоротечности жизни, пригубливая очередную сигарету. В районе на окраине города во дворах было пусто и безлюдно, только стрекотали сверчки и орали коты. Даже у ночных пивнушек не крутились люмпены, борясь с зеленым змеем. Все это отметил Георгий, единственный на всей улице запоздалый путник. «Ну надо же! Неужели все алкоголики разом устроились на работу и теперь не гудят по ночам под окнами?» – подумал путник. Проходя мимо, он бегло осмотрел до боли знакомое маленькое окно в двери местного круглосуточного магазина «Продукты». Из окна валил свет, который освещал пустое крыльцо и урны, заваленные бутылками и обертками от мороженого. Он решил не заходить туда, зная, что сегодня на смене продавцом может быть все время скучающая тетя Рая, а ее и до утра не переслушаешь. Отгоняя комаров и мошек, усталый мужчина продолжил дорогу домой. По дороге он наткнулся на покосившийся бетонный столб, на котором висели ориентировки на пропавших людей. Анна Николаевна Кудрявцева, 2005 года рождения, вышла из дома 17.07.23 и до сих пор не выходила на связь. Приметы. Рост 173 сантиметра, светлые волосы, тату со змеей на запястье, была одета в белую юбку и белую футболку. Последний раз была замечена в районе лесобазы, дом 48. Всем, кто имеет информацию о ее местонахождении, просим сообщить по телефону. Другое объявление говорило о пропаже мужчины. Пропал Брыскин Вадим Игоревич, 1977 года рождения. Вышел 16.06.23 из дома 49 района лесобаза на работу и до сих пор не вернулся. Приметы. Мужчина среднего возраста, имеет высокий рост и крупное телосложение, темные волосы, карие глаза, был одет в рабочую форму. «Ну и дела. Маньяк появился. Я был на вахте пару месяцев, а тут люди вовсю пропадают», – подумал он и включил фонарик на смартфоне. Чем ближе мужчина подходил к своему району, тем меньше было целых работающих уличных фонарей. Лишь раз где-то вдалеке по кустам скользнул красно-синий луч проблескового маячка, то ли скорой, то ли полиции. Стало так темно, что без фонарика не было видно собственного носа, а от света фонаря тени кустов разбегались куда-то в пустоту. От вида этих жутковатых теней взволнованный разум Георгия отдал холодок по всему телу, несмотря на летнюю духоту. Подойдя к одинокой пятиэтажке, он увидел синюю табличку, номер 48, лесобаза. «Еще пару дворов, и я дома. Вот же дернул меня черт пройтись, ноги размять. На такси в такой ситуации было бы намного спокойнее доехать», – раздосадовался мужчина. Георгий, словно шуганная кошка, крался по темным дворам, среди силуэтов машин и детских площадок, едва освещаемых блеклой луной. Чувство тревоги все больше и больше нарастало. Желание быстрее заскочить в светлый подъезд своего дома резко сместило все остальные чувства, даже мелкую нужду. Наконец Георгий разглядел крыльцо своего подъезда и даже успокоился. «Ну вот, добрался без приключений. Ни одна собака сутулая не позвонила, не предупредила про такую хрень на нашем районе. И где патрули, тоже непонятно», — высказался вслух Георгий. Еле видный темный силуэт мужчины, слабо освещенный лампочкой над дверью подъезда, спеша поднимался по раздолбанным ступенькам. Все как обычно. Слева серая стена и вмонтированная в нее белая от клея и сорванных с нее реклам доска объявлений. Впереди серая дверь с домофоном. Поодаль лежал кирпич, которым подпирают дверь, если домофон не работает.
Справа ржавая металлическая оградка, по обыкновению к которой пристегивают велосипеды на хранение. Мужчина начал хлопать по карманам жилета, чтобы найти ключи от домофона и квартиры. «Да где же они, черт возьми? На улице ночевать теперь?» Начал волноваться мужчина. «Ага, вот же они, во внутреннем кармане». Облегченно выдохнул мужчина, брякая ключами в руке. Георгий будто почувствовал взгляд со спины, рефлекторно повернул голову, чтобы оглянуться, и на полминуты застыл. В конце двора он увидел еле различимый тонкий силуэт. Точно маленькая девочка стоит и не шевелится. «Чур меня, чур меня!» Совсем уже воображение разыгралось. «Надо быстрее драпать домой», — смахнул со лба испарину мужчина. Ключ от домофона был мгновенно приложен к замку, но звук открытия не появился, и дверь по-прежнему была заперта. Он еще раз надавил на ключ домофона большим пальцем, но дверь не поддавалась. Мужчина сделал пару шагов назад и окинул взглядом окна дома спереди. На втором этаже в окне горел свет. «Так, у Кузьмича свет горит. Значит, или опохмеляется, или вырубился и не выключил свет. Попробую позвонить, может, откроет?» Быстрыми движениями пальцы набрали номер 6 и клавишу вызова, но домофон даже не реагировал на нажатие кнопок. «Грёбаный ЖЭК! Грёбаный домофон! Не могут уже третий месяц его отремонтировать!» По спине мужчины пробежал холодок, когда он кинул взгляд в сторону. Силуэт, который показался пару минут назад, подобрался ближе. И в темноте стало четче видно очертания невысокой худой женщины. Он протер глаза и посмотрел еще раз, но фигура никуда не делась. «Я устал. Я сам себя напугал этими объявлениями о пропажах людей. В ту сторону я смотреть больше не буду. Подумаю лучше, что делать дальше». Начал разговаривать сам с собой Георгий. «О, точно, позвоню Андрюхе, соседу. Ну, разбужу его, побурчит, спустится, дверь откроет. За это завтра куплю коньяк в презент. А там и посидим нормально, отдохнем». От этой мысли мужчина расслабился и потянулся в карман за телефоном. Но экран телефона был темным и предательски не загорался. Покопавшись в сумке, мужчина вытащил пауэрбанк и подцепил к телефону. Но тот тоже оказался разряжен. «Черт, как знал, что не надо было столько сидеть на ютубе. Давно пора менять телефон». Мужчина тяжело выдохнул и опустился на корточки, опираясь на серую бетонную стену. «Ну, теперь осталось только два варианта. Либо примоститься спать на лавке и дождаться, пока люди пойдут на работу. Либо поехать ночевать к отцу. У него вместо домофона окно и шарик на цепи. К нему будет проще попасть, чем к себе домой. Но последний наш разговор... Я ему многое так и не простил. Да и что тревожить его по пустякам? Уже не молодой. А может, и на рыбалку уехал, да на озере заночевал. Погода хорошая, лавка свободная и почти не пахнет пивом. Переконтуюсь разок, на следующей неделе поговорю с отцом, если получится. Надеюсь». Заключив свои мысли, мужчина поднялся на ноги и направился к ступенькам вниз, ведущим к его апартаментам под открытым небом. Смирившийся со своей ночевкой на улице бедолага, поднял голову и обомлел. Около ступенек стояла, покачиваясь взад и вперед, невысокая девушка. «Мда, впервые в своей жизни я не рад одинокой на улице девушке, оказывающей мне знаки внимания. Глядя на нее, я бы и днем обошел за километр», — усмехнулся про себя мужчина, оглядывая незнакомку напротив. Разорванные кеды, которые были когда-то белые, словно клоунские башмаки, нелепо болтались на испачканных и кривых ногах. Разорванная белая юбка и такая же футболка были повсеместно чем-то испачканы, будто субстанцией крови с фекалиями. Да и запах говорил об этом же. Но изюминкой этого образа стал натянутый на голову бумажный пакет KFC. В пакете были вырезаны лишь отверстия для глаз. Даже непонятно, как она умудрялась дышать через плотный бумажный пакет, вероятно, пропахший крылышками или бургерами.
Кожа свисала складками с рук и ног, как шкура слиняющей змеи. Ее пристальный взгляд не сходил с напуганного мужчины. Она начала короткими шажками подкрадываться к ошарашенному человеку. «Девушка, вам плохо?» – громко спросил он. Послышалось рычание сквозь бумажный пакет. «Может, полицию вызвать?» – продолжал Георгий, наблюдая, как спутница все ближе и ближе подкрадывалась к нему. Георгия кинуло в пот, сердце забилось как не в себя. Будто снова Гоша стал школьником, который ждет разъяренного отца со школы. Будто снова пробудилось забытое с детства чувство неминуемого. Чувство, будто ты запертая мышка в высоком террариуме с питоном. Мужчина зачем-то сделал вид, что поправляет шнурки на туфлях и незаметно захватил кусок кирпича. «Вы не Анна Кудрявцева случайно? Просто вы по ориентировке на нее похожи. Ну, точнее, одеты похоже». Он завел руку с кирпичом за спину. Только этот маневр пришел ему в голову, в данный момент не зная, как реагировать в такой ситуации. Не каждый раз оказываешься глубокой ночью на улице с каким-то стрёмным человеком, имеющим на тебя не очень добрые планы. В 5 шагах до подъезда она остановилась. Пакет сильно начал шуршать. 2 ряда острых зубов разгрызли бумагу, обнажив черный круглый рот, из которого вытянулся длинный, раздвоенный язык. Георгий крепче сжал кирпич. «Я не Анна Кудрявцева, но я знаю, куда она пропала. Тебе интересно, куда? Могу посвятить, молодой человек!» Хриплым и шипящим голосом черта заговорило существо. «Куда пропала?» — заикаясь, переспросил он. «Я ее сожрала. И теперь ты следующий!» Расхохоталось существо. Руки чудовища начали ломаться в неестественное положение. От звука хруста костей мужчине поплохело. Разорванный пакет слетел с головы, показав разорванное, а затем натянутое женское лицо. От волос на скальпе остался один пучок. Глазницы и синие губы находились выше рта, но намного ниже желтых глаз. Того, что натянуло на себя лицо несчастной пропавшей. Выгнув спину как кошка, оно встало на четвереньки и резким прыжком преодолело расстояние до Георгия. Он мгновенно размахнулся и нанес удар кирпичом существу прямо в висок. Существо упало навзничь, начало вертеть шеей на 360 градусов в разные стороны, пытаясь быстрее оклематься после удара. Словно раненый от змеи мангуст, молодой человек резво заскочил с подъездной оградки на козырек над дверью. Уже на ногах он пытался разумно оценить ситуацию. На козырьке валялись битые кирпичи, гнилой черенок от лопаты, медицинские шприцы, куски ткани, бычки и бутылки от спиртного. Сверху хорошо просматривались действия этой хрени. Она уже встала на четвереньки, загнула голову за спину и каким-то чудовищным способом вытянула ее за спиной между ног. Лихо дало переднюю передачу, нарезая круги около подъезда, неистово хохоча. Георгий же, наблюдая эту вакханалию, не переставал щипать себя и бить по щекам, надеясь, что это просто кошмар в летнюю ночь, прям как у Шекспира. Только кошмар, и что вот-вот зазвенит будильник, и его страдания кончатся. Но все оставалось, как и было. На 2-м этаже свет в окне погас. Мужчина попытался допрыгнуть до открытого окна на лестничной площадке, но пальцы соскальзывали у самого края, едва цепляясь. Хоть сердце уже билось и не так часто, но ноги стали подкашиваться, и он аккуратно сел у края, наблюдая за истеричным чудовищем. «А если оно и вправду меня сожрет, и я так и не помирился с отцом?»
Вот так бывает в жизни, не общаешься с отцом 5 лет. Хочешь помириться, а потом хоп, и тебя сжирают, как мышь. Так, стоп. Я же не мышь, а она не питон. Если я ударил ее в первый раз, значит, оно вполне материально. И ему можно и нужно наносить физические удары. Главное до утра продержаться, а там оно уйдет само или спугнет кто-нибудь. Размышлял мужчина, свесив ноги, не отрывая взгляда от облизывающейся на него твари. Оно подбежало к стене и начало потихоньку ее ощупывать. Переставляя руки и ноги, оно смогло закрепиться на стене и начало ползти, как паук, между окнами первого и второго этажа. Но метко запущенные колотые кирпичи полетели в нее со стороны козырька. Один кусок прилетел прямо в голову, сбив тварь. Она рухнула, как муха, на пол, прихлопнутая газетой на стене. Скуля, как битая собака, оно ретировалось вниз под козырек. Парень, смотря по сторонам, начал высматривать, откуда ждать новой атаки, и ответ не заставил себя долго ждать. Оно начало скрести низ плиты козырька, а затем с краю козырька появились черные когти и синие пальцы. Георгий аккуратно взял шприц с иголкой и замер в ожидании. Выглянула уродливая пробитая голова чудища, довольно облизываясь, как кот на сметану. Собравшись с духом, Георгий сделал резкий выпад вперед и всадил грязный шприц прямо твари в глаз. Сильнейший рев оглушил мужчину. «Неужели все так крепко спят, что не слышат все это?» – думал мужчина, затыкая уши пальцами. Спустя какое-то время рев стих, и снова показались синие пальцы. Схватив черенок, он начал нещадно лупить по ним. Пальцы снова скрылись под плитой. «Черт, да что за бесконечная ночь, а? Лето же, когда восход?» – проговорил вслух мужчина, стирая пот со лба. «Гошан, это ты что ли? Что там за хрень бегает внизу?» Из подъездного окна высунулась голова мужчины. «Да, это я! Кузьмич, ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать!» – крикнул снизу Георгий. «Кузьмич, тут просто жесть! Не вздумай открыть подъездную дверь! Давай как-нибудь затаскивай меня через окно!» «А если я тебя на черенке подтяну к форточке, ты пролезешь?» Вопрошающе смотрел Кузьмич сверху. «Да по-любому пролезу, только сейчас подожди, пожалуйста, секундочку, я кое-что не закончил». Снова показались синие пальцы, но на этот раз он решил выждать. Затем появилась голова с шприцом в глазу. Затем ноги. Оно встало в полный рост. Георгий замахнулся черенком, как битой, и точным ударом в грудину отправил тварь вниз, в кусты. «Кузьмич, хватай конец палки!» – скомандовал Георгий. Мужчина схватил палку двумя руками, упираясь в стену, потянул Георгия вверх. Подтянувшись на палке, мужчина сначала схватился правой, а затем и левой рукой за край подоконника. Кузьмич взял его за ладони и помог вскарабкаться в окно. «Кузьмич! Фу, бегом закрывай окно!» – глотая воздух, крикнул Георгий. Кузьмич стремглав кинулся к форточке и наглухо ее запер. Не успели мужики отдышаться, как синие ладони начали долбить по стеклу. Черная голова с ехидной улыбкой висела сверху, взглядом оно приковало мужиков к месту. «Гошан, ты тоже это видишь? Или это ко мне белка в гости пришла?» – спросил напуганный старик. «Не, Кузьмич, вдвоем с ума не сходят. Я сам до сих пор в ахуе». Спустя пару безуспешных ударов по стеклу, оно уползло в другое место. Мы некоторое время стояли в ожидании, что же будет дальше, но ничего не происходило, и наконец мы расслабились. «Ой, спасибо, Кузьмич, хоть ты не зассал и вышел, уважаю. Тебе принести похмелиться?» «Не надо, я уже и так протрезвел, наверное, пора в завязку». «Кузьмич, ты это, к окнам не подходи и свет не включай, эта хрень похлеще Человека-паука по стенам ползает». «Да, я уже заметил». Георгий похлопал по карману. Слава богу, ключи от квартиры были на месте. «Ну ладно, Кузьмич,
потом сочтемся, я к себе, а то рубит уже. Давай, Гошан, увидимся. И да, Кузьмич, не говори ни слова об этом никому, а то в дурку упекут сразу же. Да, да, конечно. Мужчина тихо по темному подъезду поднялся на 9-й этаж, зашел в квартиру, не включая свет, запер дверь на все замки. Направляясь в спальню, он был готов прямо в одежде лечь на диван, но остановился в темноте коридора. По стеклянному балкону с камнем в руке ползала эта тварь и внимательно осматривала незашторенное окно. «Господи, лишь бы оно меня не увидело», — подумал бедняга и спрятался за шкаф. «Сегодня сплю в ванной, вооружившись саперной лопатой», — заключил мужчина. Не включая свет, он очень аккуратно прошел в ванную, закрылся и сел на унитаз в обнимку с лопатой. На кухне разбилось окно. По всем комнатам стали слышны шаги и кряхтения. Судя по звукам, сначала оно проверило зал, затем хлопнуло дверь в другой комнате. Словно почуяв, оно подползло к двери в ванной и стало дергать ручку. Дверь не поддавалась. Оно, словно взбесившись, начало скрести и долбить со всей дури. Я заметил, как петли на дверях стали активно шататься. Еще немного, и она слетит. Затем резко все успокоилось. Судя по всему, тварь сдалась. Ведь она даже не подозревает, что еще немного, и победа была бы за ней. До конца ночи ему повсюду слышались шаги и скрежет. Георгий не смог больше держаться и вырубился, сидя на унитазе. Наконец Георгий проснулся, прислушивался к звукам в квартире минут 20, но все было тихо. Он аккуратно приоткрыл дверь в ванной и выглянул в щель. Уже рассвело. Он аккуратно вышел в коридор и осмотрел кухню. В центре лежал кровавый булыжник и осколки от разбитого окна. Затем осмотрел другие комнаты. Все было разорвано. Шкафы открыты, а стены измазаны какой-то слизью. Георгий не стал заморачиваться за квартиру. Вышел в подъезд, спустился, снял доводчик с двери и вышел на улицу. Возле подъезда повсюду валялись его вещи и кирпичи. Собрав вещи, вернулся к себе. Алло, пап? Привет. Ты дома? Да, Гоша, привет. Дома? Можно я у тебя сегодня переночую? Конечно, можно, сынок. А что случилось-то? Это, папа, очень длинная история.